Тбилисоба – это праздник щедрости земли и трудолюбивых людей. День урожая, музыки, танцев, дружбы и хорошего настроения. Побывать на настоящей Тбилисобе смогли и одесситы. При этом теперь совсем не обязательно покупать билет на самолет. Ведь колоритный грузинский праздник пришел на одесскую землю. Сегодня мы с нашей диаспорой решили устроить маленький праздник для наших любимых одесситов и гостей Одессы. Решили сделать праздник Тбилисоба. Это праздник предразумевает им ярмарку. У нас здесь представлены в первую очередь кухня грузинская. С Грузии приехали наши друзья, привезли свои композиции, рисунки тбилисские, сувениры разные. И, конечно же, самое главное, здесь будет сейчас эти два дня дух грузинский. Впервые в Одессе проходит Тбилисоба. Что такое Тбилисоба? Это большой праздник, большой, очень красивый, очень веселый, очень интересный праздник грузинского народа. И вот он вышел за пределы нашей страны, за пределы Тбилиси, потому он переместился сегодня у нас в Одессе. И мы рады встречать каждого гостя, который любит Грузию, который уважает грузинский народ и наши традиции и культуру. Всевозможные блюда грузинской кухни, представленные на празднике, не оставили гостей равнодушными. Устроители Тбилисобы щедро предлагали продегустировать всю палитру кулинарных предложений. Хинкали, харчо, долма, пахлава, вот вы видите, у нас грузинская капуста, у нас грузинские специи, мацони, пиламуши, у нас хали 4 вида. Хали – это грузинские холодные закуски. Шпинат, капуста, фасоль, сырный. Поэтому все можно попробовать, нужно попробовать. Это очень вкусно. Гости одесской Тбилисобы узнали и секреты производства настоящей чурчхелы. Это варим татара называется. Из чего делается чурчхела? Вот такая. Будем все вместе своими руками делать чурчхелу. Это виноградный сок, чистый, и мука. Отдельное место на празднике заняла и культурная программа. Для зрителей был подготовлен концерт, на котором выступали воспитанники грузинского центра «Иверия» и солисты танцевального ансамбля «Сакартвело». Я занимаюсь в ансамбле «Сакартвело», и сегодня нас пригласили, чтобы мы станцевали на вот этой сцене грузинские танцы. Даиси – это танец там, где надо танцевать нежно с девушкой. Там надо девушка, мужчина – это орел, а девушка – это лебедь. Я занимаюсь с 5 лет танцами и не собираюсь их бросать. Буду дальше танцевать, и мне это очень нравится. Я танцую с детства, и как бы это уже в крови. В рамках Тбилисобы также открылась и выставка колоритных фотографий из Грузии. Сьогодні виставка є частиною великого грузинського свята, великого фестивалю Тбилисоба в Одесі. Взагалі на цій фотовиставці представлені різні куточки Грузії. Звичайно, що Тбилісі є, звичайно, колоритні грузинські сувеніри, люди колоритні, власне, різні такі цікаві куточки Грузії представлені. Організатори Тбилисоби планують зробити праздник в Одесі регулярним. Від такі совмісні інтересні события роблять відносини народів-побратимів ще кріпше.